Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодня у нас будет достаточно серьезная такая тема. Не знаю почему, но вот в последнее время как бы на эту тему задаются опять же очень много вопросов. Агрессия собаки по отношению к ребенку. То есть это не какой-то мифический ребенок, который где-то бегает на улице и совершенно не знаком собаке, да? А именно конкретно люди задают вопросы, что именно в семье происходит в случае агрессии на ребенка. Даже вот описывали мне случай, что там где-то уже даже и покусы какие-то происходят. Рычание там на диване, да, допустим, собака находится с вами на диване, да, ребенок начинает подходить, и собака начинает как бы обозначать, то есть предупреждать ребенка о том, что сейчас может произойти бросок. То есть такие случаи, насколько я понимаю, судя по количеству писем, имеют место быть. Причем имеют место быть и у моих подписчиков, что, собственно говоря, я считаю вообще непонятно мне. Потому что вот всеми своими уроками я даю понять вам, как правильно выстроить взаимоотношения. Да? Если вы следуете моим рекомендациям, смотрите постоянно, как вот мне пишут люди о том, что да, мы смотрим, мы стараемся делать, то у вас таких вопросов вообще в принципе не должно возникать, потому что тема ребенка, тема иерархии в семье я уже касался неоднократно. Давайте с вами рассмотрим вот вопросы по... Я не буду сейчас конкретно ситуации какой-то касаться, да, вы уже если смотрите эту передачу, просмотрите, пожалуйста. Я просто вам опишу сейчас, какие бывают случаи агрессии. Агрессия бывает у собак, она все та же самая. На ребенка, не на ребенка, на машину, на велосипедиста. Все агрессивные случаи связаны именно вот с этими вот соотношениями, то есть виды агрессии. Какие виды агрессии мы знаем? То есть, ну... Я не буду там научной терминологии какой-то там изъясняться, я буду обыкновенным языком обывателя говорить, да? Чтоб всем было понятно. То есть, ну, первый там вид агрессии, да, это агрессия страха. То есть, что я подразумеваю под агрессией страха? Ну, вот это когда ребенок маленький же, да, и здесь что может произойти? Он бегает, он шумит, он кричит, то есть собаке, ну, достаточно неприятно, некомфортно себя ощущать в этой атмосфере, да. Пробегая мимо, там ребенок может зацепить там ногой, рукой, споткнуться о собаку, да, вот. Пожалуйста, вот вам один из видов, одна из причин, по которой, собственно говоря, может возникнуть эта агрессия. Следующий вид агрессии. Агрессия доминирования. Это самое такое, в основном, что происходит в 90% случаев, это о том, что, значит, происходит агрессия доминирования. Это когда собака, она считает ребенка ниже себя по статусу, как бы, и пытается доказать ребенку о том, что он реально ниже по статусу, да. То есть вот как раз случай, когда там у кого-то собака находится на диване, то есть сами владельцы подчеркивают этот статус собаки, а потом удивляются, почему собака пытается как бы рычать. Вот, то есть это такой вид агрессии. Дальше, значит, агрессия защиты чего-то. То есть когда... Происходит, значит, агрессия в защиту своей еды, своей игрушки какой-то, потому что дети часто лезут, ну, допустим, лежит у собаки игрушка какая-то, ее личная, она считает, что это ее личная игрушка. Ребенок же не понимает, что там твоя игрушка, моя игрушка. Дети друг у друга, они постоянно отбирают эти игрушки. И собака начинает защищать, да? Потом агрессия вот именно вот... материнская агрессия, да, но это вообще это очень редко происходит, но тем не менее оно имеет место быть, оно присутствует в нашей жизни. Это агрессия на защиту своего поколения, да, то есть сука родила щенков, у нее щенки, и ребенок пытается лезть. Значит, сука защищает своих щенков. А, ну и охотничий инстинкт еще, да. То есть, забыл сказать об охотничьем инстинкте. То есть, когда ребенок убегает, да, и собака пытается его догнать. А там ребенок еще больше кричать начинает, еще больше заводит собаку. И тем самым как бы провоцирует дополнительно еще вот вид агрессии. Ну,
Честно говоря, вот я принадлежу к классической школе, как говорят наши новые кинологи. То есть это я кинологом старого поколения, то есть который придерживается именно теории доминирования. Да? То есть я считаю, что в принципе, если ты начнешь понимать собаку и подстроишься под ее жизненный уклад, тогда у вас все будет хорошо. То есть, о чем нам говорит, собственно говоря, жизненный уклад собаки? Что у собаки есть конкретно своя ниша в стае, да? И я пропагандирую, что собака должна находиться на низшей ступени. Ну, как минимум на низшей ступени. Либо проявлять какие-то материнские чувства по отношению к ребенку. Каким образом мы можем добиться этого всего? Вот смотрите. Я изучаю вот эту новую кинологию. Я пытаюсь ее понять. И больше всего вопросов, что самое интересное, мне приходит именно вот от приверженцев этих новых кинологов. В чем заключается их? То есть они, их школа, скажем так, то есть любое, что происходит с собакой, что вам не нравится, то есть подлежит не коррекции поведения, то есть как я вот рекомендую там корректировать поведение, да, то есть исправлять поведение. Слово коррекция вообще для новых кинологов оно является неприемлемым. То есть здесь идет, происходит по их теории, по их версии, происходит, что идет стрессовое состояние какое-то у животного. И когда вы будете убирать это стрессовое состояние, способы, ну, экзотические, прям вот до нельзя экзотические способы, значит, вы решаете тем самым свою проблему. Там, вплоть до того, что вы там ходите с собакой, там обнимаетесь, там музыкотерапии решаете все эти вопросы. В общем, не собака там для вас, а вы для собаки, то есть там гармонично, правильно выстроенные взаимоотношения, как они считают правильные. Но если собака, она попала в эту непонятную для себя ситуацию, я же еще раз говорю, что нужно сделать ситуацию понятную для собаки. Да где вы видели, чтобы собаки вот так вот кого-то музыкой лечили или там стрессы убирали у нее вот на улице у бродячих собак? Да нету такого никогда и нигде. И потом, значит, методы, как убирать. Вот, значит, давайте с вами порассуждаем. Вот как я рекомендую. Я рекомендую вообще не доводить до этого. Как не доводить, значит? Давайте вот поэтапно разбирать. Ну, значит, вот агрессия, вот это протеста, да, защита территории, защита игрушки своей, защита еды. Что можем мы предпринять в данной ситуации? Когда вы берете щенка домой, вы изначально воспитываете собаку таким образом, что вы можете забирать у нее еду. А каким образом вы можете забирать собаке еду, не причиняя ей какую-то стрессовую ситуацию, как говорят новые кинологи? То есть собака должна воспринимать вашу руку вашу в тарелке, тем самым, что вы не забираете у нее еду, а докладываете что-то более вкусное или то же самое, когда там у нее закончилось, да? То есть ваша рука — это поощрение, это вознаграждение какое-то. Не то, что вы сейчас лишите собаку пищи какой-то, понимаете? Посмотрите предыдущие уроки мои. То есть я когда щенка вот воспитывал изначально, я уже начинал подкладывать, и у него в голове осело. Идем дальше, значит, защита, опять же защита. То есть, если вы будете воспитывать правильно собаку, так как я говорю, у вас в принципе не возникнет этой какого-то агрессивного поведения к вашему, заметьте, ребенку. Потому что вы вожак, вы лидер в этой стае, это ваш ребенок. Собака находится там на нише, она просто и подумать не сможет. Тем более адекватная собака, а у адекватных собак в принципе агрессии на детей нет. То есть, все эти проблемы агрессивного поведения решаются во время возраста доминирования, то есть 8-9 месяцев там, год у кого-то, ну, у всех по-разному собак, там, в зависимости от форм, размеров, породы и так далее. Вот, то есть в основном вам приходится решать вопросы доминирования. Игрушки, так, еще раз о защите я вот еще тут. Игрушки, да, то есть если вы воспитываете собаку в русле того, что игрушка — это не собачья игрушка, а игрушка принадлежит вам, она принадлежит ребенку, она принадлежит жене вашей. То есть я почему говорю вам, что производите смену игрушек?
То есть игрушка должна находиться у собаки, но она всегда должна знать, что вы можете подойти ее и взять. Это опять же методом обмена все это решается, опять же без конфликтной дрессировки. То есть вот у вас несколько игрушек находится сейчас у собаки. Вы подошли, забрали эти игрушки, потому что они принадлежат вам. Но для того, чтобы не было конфликтной ситуации, да, вы выдали порцию других игрушек. Пусть она грызет, занимается, чтобы не вашими ботинками, а на углами, плинтусами и так далее занималась, а именно другими игрушками. То есть опять собака понимает, что сейчас у нее вот это заберут, но ей выдадут другое. То есть опять же в голове агрессии мы убираем этот вид агрессии, сразу изначально мы его купируем. Понимаете, в чем дело? Дальше. И вот самый основной вид агрессии, про который я хотел бы вам сказать, это вот именно агрессия этого доминирования. Ну здесь, друзья мои, ну посмотрите, ну вы же сами подчеркиваете статус своей собаки тем, что вы пускаете ее на лучшее место, да? Ребенок начинает к вам подходить, собака рычит, а вы думаете, что с этим делать, да? То есть не то, чтобы собаке поставить на место ее, но реально ее надо поставить на место, если она, ну, не понимает. И не пускать ее больше на диван, пока у вас не выстроятся эти положительные, хорошие, гармоничные взаимоотношения. То есть дальше, когда у вас уже статус ребенка, все статусы и собаки будут поставлены на места, вы можете и пускать и на диван, и тогда-то еще что-то делать. Вот. Но пока не выстраиваются у вас эти взаимоотношения, то здесь... Ну, нужно придерживаться именно то, что статус собаки внизу, статус ребенка вверху. Значит, наши новые кинологи говорят, что еще, что значит, когда у вас родился ребенок, изолировать собаку не надо, что нужно. Я честно говоря, слабо себе могу представить, как годовалому ребенку можно объяснить, что ты не подходи, пожалуйста, не зависай над собакой. Да, там не обнимай, не хватай за уши ее, там ничего не делай такого. Я себе не представляю, как годовалому ребенку можно это объяснить. Ну, здесь смотрите, вот поза. Подходит ребенок сверху, да, начинает обнимать собаку. Что это такое? Если собака терпит это от вас, потому что вы вожак, вы уже большой взрослый человек, вы ее щенка воспитали, да, то от ребенка она может не стерпеть это. Но здесь посредством вас вы начинаете собаку подготавливать к этому. То есть вы начинаете где-то заигрывать, немножко дернуть за ухо, чтобы собака понимала, что она может немножко больно получить, и за это рычать, не кусать никого не надо. Да? То есть постепенно вы можете приучить к тому, что собака будет, ну, какие-то неудобные, там, немножко болевые моменты получать. Но я еще раз хочу сказать, что вот есть же у нас какие-то новые средства, там, вот я вот вам показывал, да, не вольер, скажем так, а ограждение, клеточка такая. Собака вроде и в комнате находится, да, и в то же время как бы ребенок, ну, он же маленький, он все равно будет к ней лезть. Вот, и вот здесь вот, лучше, мне кажется, оградить. Опять же, наши новые кинологи говорят, что этого делать не надо, что там... От того, что собака там инфекцию может принести. Ну вы меня извините, как вы лапы не мойте, в шерсти все равно будет эта инфекция. Это ваш ребенок, представляете? Вы пеленки ходите утюгом, ошпариваете не для того, чтобы они гладкие были, а для того, чтобы там все микробы окончательно убились. Вот, а здесь собака будет находиться рядышком с кроватью. Я считаю, что это не гигиенично, это неправильно. Вот, постепенно она потом этот запах пусть улавливает, вы сводите в одно помещение, вы учите своего ребенка управлять вашей собакой, то есть посредством управления, да, управления, поощрения, вы даете собаке понять, сами даете понять собаке о том, что этот человек, пусть и маленький человек, но он может тобой управлять. И вы помогаете ребенку в этом, да, то есть сначала вы... Ребенок копирует ваши действия. Единственное, что я хочу сказать, что никогда при наказании собаки ребенок не должен находиться рядом с вами. То есть, если вы проводите там какой-то обряд подчинения или еще что-то, не надо, чтобы негативные вот эти вот моменты были связаны с ребенком. Пусть только положительное все будет связано. То есть управление, поощрение. Вы потом даже, вот у меня сейчас дочь, она кормит мою собаку. То есть вот кобель, но он у меня, понятное дело, что он у меня адекватный, он у меня выращен именно так, как полагается вырасти собаке, значит, да. И то есть он знает, что там мой ребенок, это тоже тот же член моей стаи, который может управлять им точно так же. Вот.
Поэтому у нас, как говорят новые кинологи, стрессовых ситуаций не было. Мы постепенно нормально вошли в это русло воспитания собаки. Чего и, собственно говоря, вам желаю. То есть мой ребенок и управляет собакой, мой ребенок уже и кормит собаку, и никаких вот таких вот, моментов у нас не происходит. Поэтому я думаю, что каждый сейчас из вас сделал какие-то определенные выводы. И ставьте все-таки ребенка своего гораздо выше, нежели ваша собака. Просто единственное, что нужно это делать грамотными, хорошими способами, чтобы не вызвать негативное какое-то восприятие в отношении отношения собаки к вашему ребенку. То есть дрессировка, поощрение, включайтесь в процесс прогулок. То есть вы можете выходить на улицу вместе со своим ребенком, вместе со своей собакой, да? Вот они вместе играть будут где-то, что-то как-то, то есть уже они там дружбаны какие-то станут. Но понятно, что вот этот маленький дружбан все равно по статусу должен быть выше, нежели дружбан волосатый. Ну вот. Слушайте, доверие, и вас умеет, и вас все получится, да? Да, ура!